Всем привет! Сегодня 26 февраля. Я сею рассаду томатов. В этой коробочке, которая смастерила из молочной коробки, будут расти у меня один ряд томаты Beef King гибрид и с другой стороны сиреневые черри. Вкусные, сладкие. У меня их сестра обожает. Ну, поэтому я собрал в прошлом году помидорки и сделал из них семена. И сегодня их буду высевать. Также посажу волгоградский 5,95 и сибирский. А также будет посадка перца. Перец у меня какой? Подарок Молдовы. Один сорт в этом году сажать буду, не буду заморачиваться. А то я сажаю желтые, зеленые, красные, сиреневые. Ну нафиг эти игрушки, хочу нормального перца. Приступим к посадке. Так, я положил сюда землю в коробку. Земля у меня покупная, универсальный грунт. Я ее час прогрел в духовке на 200 градусов, она остыла. Я просеял ее. Получилась вот такая прекрасная почва. Уложил в коробку, утрамбовал. Сейчас я пролью грунт с раствором марганца. И приступим к посадке. Берем бледно-розовый раствор и хорошо проливаем грунт. Зачем я прогревал землю? Чтобы избавиться от каких-либо грибов, спор и прочего. Конечно, это полностью их не удалит, но в любом случае немножко подстрахует. Да и марганцовка тоже сделает свое дело. Кроме того, у меня семена также замочены в растворе марганца. Они пролежали там полтора часа. Сейчас я их отброшу на ткань и буду выкладывать в грунт. Семена я кладу часто, потому что у меня их много. А вырастут лишние, просто нужно будет самые слабенькие растения удалить. Как бы будет у нас такой отбор. Теперь я засыпаю семена грунтом. Примерно 0,5 сантиметра. Причем грунт сухой. Мочить я его сверху не буду, потому что в самой почве уже достаточно воды. А далее я отправлю эти коробочки на проращивание в пакет. В теплое место. Это все помидоры. Останется еще перец посадить. Предыдущий перец, который я сеял, он не взошел совсем. До сих пор стоит, но надежда на то, что перец зайдет, у меня уже нет. Ни острый не взошел, ни сладкий. Вроде все было нормально. В той же кассете сидят баклажаны, которые успешно взошли. А перец не хочет. Наверное, с семенами какая-то проблема. Так, сажаю перцы и все убираю в пакет. Готово. Отправляем все на подоконник. Теплое место. Температура проращивания градусов 22. И ждем появления всходов. Как только всходы появятся, сразу снимаем пакеты. И следим за влажностью почвы. Всем спасибо за просмотр. Пока.